Совет депутатов объявил конкурс на должность главы городского округа. Такое решение было принято на втором по счету собрании нового созыва народных избранников. Положение с информацией о предоставлении необходимых документов и требования к кандидатам будет опубликовано в Химкинской газете и на сайте администрации округа. Конкурсная комиссия будет состоять из 6 человек. В ходе заседания были утверждены члены конкурсной комиссии. Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Дринов, депутат Совета депутатов городского округа Руслан Шаипов и начальник управления правового обеспечения и судебно-претензионной работы Андрей Обухов. Еще 3 члена комиссии будут назначены губернатором Московской области. Сам конкурс начнется 24 ноября. До момента истечения полномочий главы городского округа остается меньше 2 месяцев, и нам необходимо уже вам с вами, уважаемые депутаты, начать конкурс по избранию главы для того, чтобы у кандидата было достаточное время для сбора, подготовки и представления документов, чтобы мы с учетом сложной эпидемиологической обстановки не оказались в ситуации определенного цейтнота, нехватки времени и необходимых там постоянных сборов. Еще одним важным вопросом на повестке было утверждение изменений в бюджете городского округа. Его представила Совету депутатов начальник финансового управления администрации городского округа Химки Наталья Гурьева. В докладе также говорилось и о субсидиях, которые будут выделены на поддержку таких областей, как образование, медицина, спорт, культура, безопасность и других. Нам предлагается изменение по программам. Культура плюс 16 357 000, образование плюс 65 606, социальная защита населения плюс 1 720 000, программа спорт плюс 54 000 000, безопасность населения 11 221 000. Это все плюсы. Также ряд положений, касающихся муниципального контроля, были утверждены в соответствии с новыми требованиями законодательства. Теперь Управление дорожного хозяйства и благоустройства будет заниматься надзором за эксплуатацией объектов дорожного сервиса. Контроль над лесным массивом в городском округе возложен на Управление ЖКХ. Он же будет следить за жилищным фондом. Кроме того, муниципальные службы проконтролируют выполнение обязательств теплоснабжающей компании.